Господь Иосифа берег, когда он в рабстве был. Пришел не урожая срок, народ он накормил. Ханаанская страна без хлеба целый год. В Египет закупить зерна детей Иаков шлет. Иосиф видит, братья тут, и сердце в нем горит, они ж его не узнают. А старший говорит: «Продай нам хлеба, нас всего 12 у отца, не отпустил он одного от своего лица. 12-й наш брат пропал, его на свете нет». «Вы соглядатаи!» – вскричал Иосиф им в ответ. «Пришлите младшего ко мне, поверю в тот же час, пока ж останется в тюрьме. В залог один из вас. И поклянясь отцу вернуть меньшого в Ханаан, пустились братья снова в путь к пределам египтян. Пришедшим был Иосиф рад. Вот он, Вениамин, его родной любимый брат, Рахиле младший сын. Иосиф братьев расспросил про старого отца, их щедро хлебом наделил и проводил с крыльца. Но спрятал кубок дорогой у младшего в мешке, и братья, схвачены слугой, стоят, как в столбнике. «Теперь мой раб Вениамин, а прочим путь открыт, послушай, добрый господин, Иуда говорит, отец без младшего умрет, второй удар судьбы родитель старый не снесет, возьми меня в рабы». Господь народ свой посетил от голода храня, Иосиф вас давно простил, узнайте же меня. И с плачем братьев обнимал, велел их снарядить и за Иаковом послал, чтоб всем в Египте жить. И вот Иаков привезен, и сына, наконец, который Богом был спасен, к груди прижал отец. И молвил старец: «День придет, обет мне Богом дан, что избранный его народ вернется в Ханаан».